Привет, дорогие друзья! Как вы знаете, скоро наступит лето. Все вокруг начинает зеленеть и цвести. И я хочу, чтобы у меня дома тоже чувствовалось приближение лета. Поэтому сегодня я хочу сделать ботанический эксперимент и вырастить травянчики своими руками. Итак, чтобы сделать травянники, нам нужно приготовить горшочки для земли, семена для газона и землю. В качестве основы мы будем использовать пластиковую бутылку и яичную скорлупу. Из пластиковой бутылки мы сделаем большого главного травянчика. А из скорлупы мы сделаем 5 его детишек. Внизу наших травянчиков нужно сделать дырочки, чтобы вода не застаивалась. А из коробочки получается очень удобный домик. Итак, приступим! Всыпаем в них на 2/3 землю. После этого добавляем семена газона, а сверху еще немного земли. Инструкции в стиле рэп. Надо нам травяники полить и на подоконник положить. Солнышко нагреет семена и прорастет травяная семья. Подросли. Мы их ежедневно поливали, и поэтому они так быстро выросли. Я думаю, настал момент их украсить. Во-первых, распределим, кто есть кто. Самый большой будет папа травяник. У него 5 детей. Девочка-мальчик, девочка-мальчик, девочка. Сначала приукрасим самого большого. Возьмем детали от конструктора и прикрепим их в бутылки. А для детей мы сделали подставку из пенопласта. Теперь маркером нарисуем лица, девочек украсим, а мальчиков подстрижем. Много терпения, и вот такая веселая семейка у нас получилась. Дальше продолжите расти травяников, то их надо не забывать поливать и подстригать. А теперь несколько комментариев. Спасибо, что поддерживаете мой канал. Если вы хотите, чтобы и ваши комментарии попали в следующее видео, то пишите мне. Ну а на сегодня все. Всем пока и до встречи в новых видео.